У нас появился новый бюджетный бренд Шу. Пишите в комментариях, если вы о нем не слышали. Мы только начинаем с вами его изучать. Ну а сегодня мы начнем с туши. У них мне очень нравится оформление, такое лаконичное, стильное. И тушь мистери, подкручивающая и объемная. Такая вот интересная щеточка, кажется, натуральная. Я люблю больше, конечно, силиконовые щеточки, но давайте нанесем тушь в первый слой. Но перед этим не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые полезные обзоры, конечно. У меня активные стрелки, но мы как раз поймем, подходит ли тушь под яркий макияж. Вот так тушь выглядит в один слой. Неплохо, дает объем, удлиняет, но слегка склеивает ресницы. Нанесем второй слой. А, кстати, неплохая тушь. Мне, конечно, кажется, что без стрелок было бы более очевидно и заметно. Она хорошо объемит, удлиняет. Это, конечно, не удлинение до небес, но для натуральной щеточки это очень даже неплохо, на мой взгляд. Давайте накрасим второй глаз, подведем окончательные итоги. Очень даже неплохо для натуральной щеточки. Я надеюсь, что будет видно. Если вы любите натуральные фибровые щеточки, то стоит присмотреться. Очень даже достойно. Даже мне понравилось. Кстати, такой активный макияж здорово выглядит. Что думаете? Как вам этот тушь и в том числе первое знакомство с брендом Шу.